Здравствуйте, представляю вашему вниманию обзор прошивки PSX 1.1, финальная версия. Локскрин. Мы видим с обоими, обои эти идут у нас как дефолтные при установке прошивки, можно сказать, авторские. Это так, шутка. Но кое-какие там доработки есть. Как мы видим, часы сдвинуты к центру, в отличие от стоковых прошивок, где они смещены вправо. Лаунчер у нас все тот же. Sony Ericsson версия 4.2. Работает просто прекрасно. Чем финальная версия эта отличается от тех бета-версий, которые были тестировались с некоторыми участниками нашего форума? Так вот, здесь применен патченный сервис YAR, и соответственно уже установлен скрипт полностью Supercharger V6. То есть в бета-версиях его как такового не было. А тот эффект достигался только за счет патченного сервиса YAR и предустановленного пакета подготовки для этого скрипта Supercharger V6. Ну, сейчас мы с вами попробуем поиздеваться над нашим телефоном, чтобы выгрузить лаунчер, ну и посмотреть вообще, как все это работает. Посмотрим, что у нас в процессах. Видите, процессы достаточно много на данный момент. Посмотрим, что у нас творится с памятью. Тут теперь стало что-то в кэше появляться у нас иногда, но тоже редко, все в основном находится вот здесь. Но это так, чтобы вы не думали, что я почистил здесь все перед тем, как снимать демо версию обзора, так сказать. Давайте зайдем в наш альбом тяжелый от Sony Ericsson. В карты, где отображаются фотографии с геометками, где они сделаны. Интернет. Отвалился интернет у меня. Синхронизация с Facebook. На Facebook у меня находится там одно видео. Просто для того, чтобы попробуем его запустить. Вот она у нас играет. Выходим. Лаунчер у нас на месте. Тупо будем запускать какие-нибудь приложения. Там сначала произошла ошибка, потому что мы не вышли еще с плеера. Это загрузчик видео. Давайте. Центр. Вот так он играет без наушников. Точно так же Walkman. Без наушников звук достаточно громкий. Можно сказать, очень громкий. В наушниках он тоже очень громкий. И даже слишком много низких частот, которые приходится даже убирать. Но это все в хороших наушниках, конечно. Виджет погоды Sony Ericsson, но на этой прошивке будет прекрасно работать и виджет от LG Optimus Black, которым я пользовался раньше. Но здесь пришлось отказаться по причине, что он в принципе весит 16 метров, в отличие от Sony Ericsson, который весит всего 5 метров. Давайте еще что-нибудь такое
Посмотрим. Смешное кино. Что у нас там идет? По России нынче. Человека, который Башира, да. Вот и у нас в там интернете достаточно большое пока количество грузится. Людей осуждало и говорило, что они поступили незаконно. То есть совершенно разная реакция была у людей. Кто-то будет осуждать. Никогда изображение опаздывает за звуком в этой фишке. Ну вот. Только я вышел. Странно себя ведет это приложение непонятное. С третьей попытки, ну, с третьей попытки наконец-то оно у нас запустилось. Закрываем его, точнее выгружаем по кнопке Home. Все у нас вроде нормально, ничего не выгрузилось. Это видел карты Google. Нашел местоположение мое. Тоже все на месте. Facebook. Про Sony Ericsson мне тут рассказывает. Тоже на месте. Даже не знаю, что в принципе показывать. Загрузились все мои приложения, которые вообще в принципе сейчас установлены. А там типа то, что я вообще по жизни устанавливал. Видео смотрел последнее. В общем, наверное, не стоит тратить время, потому как по-любому всегда что-то может всплыть. Но я вам скажу, что прошивка работает очень стабильно, на удивление. То есть минимум багов, вылетов вообще никаких. Все работает нормально. Но опять же, может быть что-то у кого-то. Главное, установка. Установка должна быть строго сделана по той инструкции, которая будет прилагаться вместе к прошивке. То есть шаг влево, шаг вправо равноценно расстрелу. Иначе вы получите неработоспособное тело. Вот, в общем-то, и все. Спасибо за внимание. Всем пока.